спросил. А твое? Брок. Вера Логан. Слушай, ты мне, конечно, не поверишь, но это твой топор. Его я лично сделал. Вместе с братом. Это один из лучших. Смотри, никому не давай его чинить, кроме нас двоих. Дай! С ним надо умеючи. А то ведь так напортить можно. Слышь, мужик, а хочешь, я его тебе прямо сейчас подточу, а? Ну, что скажешь? Я! Ты прав. Я тебе не верю. Идем, сын. Внизу рукояти есть руна по форме, как вилы. Дигр, дигер, тумбар, бакру. Это было наше клеймо, пока мы с братом не разбежались. Вот у меня его половина, видишь? Ну чё, мне с ним поработать или как? Хорошо. Но смотри, чтоб улучшил. Ищу. А где вторая половина клейма? У моего тупорылого брата. Зато весь талант у меня. Гляньте. Я готов к работе. Парень!
там еще? Сынок? Забыли чего? Вот это хорошая сделка. Что-нибудь для мальца? Для нас малый рост тоже броня. А так сложнее попасть. Что дальше? Смотри, не спугни. Наш приятель снова прячется за деревьями. Давай, бросай свой топор. Для меня найдется место. Только не сломай мне там ничего. Видал, как я бью? Приемлемо. Приемлемо, ты. Знаешь, что приемлемо? Твоя стойка! Я к нему наступил! Да уж, умеет твой папаша рубиться. Ты, небось, тоже так выучишься? Не уверен. Эта дорога ведет к горе? Примерно в ту сторону, ага. Ну что, глянешь на мои товары? Брок. Ну что еще надо? Почему у тебя половина клейма? Потому что я со своим никчемным братцем больше не работаю, ясно? Уступать? Thank you.
Ему клеймо я был не готов, он мне тоже. Вот и пришлось нам распилить клеймо ровно посередке. Это было последнее, о чем мы с ним договорились по-братски. Чего тебе? Обнимашек? Отвали! Прости. Настоятельно рекомендую смотреть в оба. По дорогам нынче рыскает двойная порция мертвяков и всякого недобитого сброда. Мы заметили. Не знаешь, откуда они все берутся? Может, сбежали из Хельхейма. Или Один опять что-то мутит. А может, заблудились, кто их знает. Спроси кого-нибудь из них сам, пока он тебе лицо отгрызать будет. Не так уж мне любопытно. Так и думал. Ну, приведем вас в порядок. Ну что, удачной тебе резни. Идем. Рад встрече, Брок. Придумай имя твоей зверюги. Сраная благодарность. Эй, сраная благодарность. А ну иди сюда. А хорошо. Я даже не заметил. Ну, что вы там нашли? Блестяще! Да и хрен бы с вами! Бросил меня в бою. Да. Люди — это одно. Со всеми прочими ты сражаешься, пока я не остановлю или мы не погибнем. Ясно? Выполняй обязанности или повернем назад. Я понял. Хорошо. Мы снова здесь.
Вы только поаккуратнее, а то ведь костей там не соберете.